Здравствуйте, друзья, добрый вечерок из Санта-Крус, что в Северной Калифорнии. Такое прямо, ну, ощущение штиля и какие-то такие, знаете, стригущие, бреющие такие какие-то волны непонятного происхождения. Смотрите, как-то они так странно идут. Думаешь, что движет вами непонятные маленькие волны? Ну, пойдем дальше смотреть, может быть, там что-то прояснится. А вот отойдешь метров, там 200-300, совсем другая волна пошла. А смотрите как, вроде на ровном месте, но чего ей там вот. И вот, пожалуйста, тут же, конечно, серферы, перефразируя известную русскую пословицу, можно сказать, серфер волну найдет. Да. Где волна, там и серфер. Наоборот, конечно, хотелось бы верить, но сомнительно. Найдет ли волна серфера? Это сложный вопрос. Вот. Так что... Или, можно сказать, от своей волны не уйдешь. Да. О, какие. Ну, надо ж так вот. На ровном месте совершенно. И что-то никто не стремился вот туда. Смотрите, так они как-то все так скромненько отошли. Серферы-то. Ох, там мощнейшая, ребята. Ой-ой-ой. Да, как-то она не вызывает у них энтузиазма. Это правда. Вот тут справа еще, да. Вон там одна такая зарождается. Смотри, вон там она. Так идет, непонятно, где кончится и чем. Смотрите-ка как. Такое ощущение, что она раньше обрушится, чем дойдет до наших серферов. Да, она на подступах. А за ней вон там еще одна уже идет, знаете. Она успевает разбиться в пену еще до того, как кабинка, да? Да. Да, Света. Интересно, правда? Смотри, как будто вот водопад прям разными уровнями, ты видишь? Да. Где волна, да. Там выше, а здесь... Прямо каскадами такими, да, они. Да. Вау, я такого не видел никогда. Красиво. Уровень воды, гонит волна выше воды, и там уровень прям явно, да, выше красиво. Километра. Ну и, конечно, друзья, если дело к вечеру, так и... Солнышко садится, закат красивый. Смотрите, как хорошо. Давай немножко подойдем. К солнышку? Ну, к закату, там вот просто туда подойдем. Пойдем, подойдем. Вот уже половина солнышка. Дело. Да. И там, знаете, вот эти елки такие, они прям как на фоне какой-то озоновой дыры, какой-то фантастической. В небе какой-то разрыв, понимаете, что происходит? И вот там все это дело происходит. А тут вот на бережку волны. Да. Опа! Вот так вот. Только еще волна. Нет, рано погасили. Вообще много волн. Они там одна за другой так вот идут. В море высокая ходит волна. Сейчас Айболита проглотит она. Село солнышко. Пока мы тут волны с вами рассматривали, село солнышко. Ой. У нас тут брызжется прямо. Глядишь, Света, и нас с тобой может обрызгать. Послушай, ну какая красота. Туман, кусочек синего неба, солнце, да. Волны, вообще конец. Надо века. Сказать, что закат тем и интересен, что он хоть и каждый день, но все время разный. Да. Это разбушевалось. А только что вроде в другом месте было совсем тихо. Уже немножко, видите, как смеркается. Не хочу сказать темнеет, но смеркается.
О, там какие волны, смотрите. Смеркается. И вот тут у нас тоже. Ох, волна. Красивая, знаете? Очень красивая. Вот там идет, идет. Давайте мы туда занырнем в эту волну. Как она вообще? Как она? Опа! Вот. Мы с вами, можно сказать, без всякой доски воспользовались предоставленными волной возможностями. Это какая-то скромненькая такая. Обленилась. Мы подошли, друзья, поближе к тому месту, где волны встречаются с серферами. Да. Так, а там еще. Ну-ка. Так. Ох ты. Мощненько. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, 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 так. Ну, серферы есть или пропадает волна? Что происходит? Пропала. А такая была хорошая волна. Так. Да, друзья. Мельчает, мельчает серфер. Так. О-о-о-о-о. Ну-ка, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ну как-то да, как-то так. Поцелуй без любви такой произошел. Ладно. Квалифицировано, да, хорошо. А эта волна вообще не для серфера, это для скал. Пощекотать скалы немножко. Сейчас бабахнет, и мы увидим брынки. Ну-ка. Давайте посмотрим. Бабах! Что-то не видать будет, да? Вот мы и напоследок смотрим еще на парочку волн красивых. И идем домой. А, собственно, не просто домой, а так, как немножко еще стемнеет, поедем мы в Кремниевую долину. И оставим всю эту красоту до следующих наших встреч со всей этой красотой. Да, засветился маячок.